конкурс, который объединяет все педагогическое сообщество Щелковского района. Учителя и воспитатели, педагоги дополнительного образования, в этот раз и инструкторы по физической культуре детских садов. Сегодня они поборются за самые почетные звания в финале районного конкурса «Педагог года 2016». Чтобы сегодня подняться на эту сцену, они уже прошли жесткий отбор, почти полгода напряженной работы мысли. Они представляли на суд жюри свое педагогическое видение, проводили открытые уроки. Сейчас финальный аккорд. Воспитанием и образованием наших детей должны заниматься настоящие профессионалы. А для того, чтобы человек был настоящим профессионалом, он должен учиться, он должен совершенствоваться. И вот такой конкурс – это в том числе, в общем-то, и обучение, совершенствование педагогического мастерства. Я понимаю, какая нагрузка на них ложится не только в учебном процессе, но еще и в процессе воспитания детей. И найти, вот выкроить время, дополнительно подготовиться, дополнительно показать свою профессиональную, как бы высокую выучку. Это непросто для педагога. В этот раз в конкурсе новая номинация. К традиционному «Учитель года», «Воспитатель года», «Сердце отдаю детям» добавился педагогический дебют инструкторов по физической культуре детских садов. В конкурсе приняли участие более 40 педагогов. В финал вышли 24. Пробовать свои силы, конкурировать нужно, убежден председатель комитета по образованию Гавриил Поляковский. Конкурс, он тебя вырывает из этой рутины, и ты думаешь, а зачем на самом деле? Зачем я готовлюсь к уроку? Почему я подбираю слова, чтобы ребенка не ранить, а наоборот найти ключ к его сердцу, к его душе? Вообще находится время, может быть, на детей посмотреть немножко под другим углом зрения, не как урокодатель, а как человек все-таки творческой профессии. Несмотря на волнение конкурсантов, финал «Педагога года» – это всегда праздник, особенный каждый год. Неизменным остается одно – здесь присутствует творчество. За выступлениями время пролетает незаметно, приближая развязку вечера. И вот настал момент объявления лучших в этом году. Учителем года стала учитель истории и обществознания Щелковской школы номер 2 Елена Сильверстова. Лучший воспитатель работает в детском саду номер 60 «Пчелка». Это Лариса Киселева. Победители в номинации «Сердце отдаю детям» – педагог центра «Лесная сказка» Наталья Стеканова. Победу в новой номинации одержала инструктор по физической культуре детского сада номер 32 «Росинка» Ирина Алиева. Победители получают грамоты, подарки и гранты главы. Но самое главное, конечно же, опыт и признание таланта педагога. Это было бессонные ночи, подготовка, но я профессионально выросла. Вот за столь короткое время я очень быстро выросла. Этот конкурс очень помог мне почувствовать уверенность в себе, в своих собственных силах. Я приобрела новых друзей, новых единомышленников. Человек, может быть, даже не осознает, какими способностями, талантами он обладает. А конкурс заставляет себя проявить самой лучшей стороны, потому что это самое разноплановое испытание, через которое мы проходим. Я считаю, что надо, чтобы все участвовали, и как можно больше молодежи. Наталья Медведева, Михаил Черепанов, телерадиокомпания «Щелково».